Acer V196 LBB. HD-монитор с диагональю 19 дюймов и соотношением сторон 5 к 4. Распаковка начнем с причисления комплекта поставки. Вместе с монитором покупатель получает сетевой кабель, VGA-видеокабель, пластиковый держатель для проводов и инструкцию. Теперь о дизайне. Модель выполнена в старомодном квадратном форм-факторе. Внешние размеры составляют 41 на 42 на 19 сантиметров, а вес около 3 килограммов. Диагональ совсем небольшая, всего 19 дюймов, а вот все 4 рамки достаточно крупные. Соотношение сторон экрана составляет 5 к 4, а разрешение 1280 на 1024 пикселя. В правом нижнем углу вынесены тонкие и длинные кнопки управления. Ножка у монитора пластиковая, также квадратной формы. Регулировки по высоте нет, зато угол наклона изменяется в большом диапазоне от минус 5 до плюс 25 градусов. На задней панели есть закладные для крепления веса формата 100 на 100 мм. А на ножке имеются направляющие для крепления комплектного держателя для кабелей. Разъемы ориентированы вниз, их всего 2 штуки. Гнездо для подключения к розетке 220 вольт и VGA-видеовход. Под конец подробнее поговорим про изображение. Тут установлена IPS-матрица с LED-подсветкой яркостью 250 кандел на метр квадратный. Частота обновления составляет 60 Гц. Время отклика 5 миллисекунд, а динамическая контрастность достигает значения в 100 миллионов к одному. Углы обзора типичные для IPS-матриц – 178 градусов по вертикали и горизонтали.